И сегодня по традиции мы начнем с нашей рубрики «Выбираем семена вместе». Это будет серия «Русский вкус». Все овощи, которые вы посеете из этих красочных пакетиков с орнаментом, будут иметь отменные, превосходные вкусовые качества. И начнем с томата, который, собственно говоря, так и называется. Русский вкусный. Это среднеспелый томат. Он невысокий, высота его всего лишь где-то приблизительно 80 сантиметров, поэтому отлично подойдет для открытого грунта. А плоды массой 300 грамм, достаточно увесистые. Чтобы получить хороший урожай томата «Русский вкусный», его нужно формировать в 2-3 стебля. А у меня следующий томат, который называется «Бабушкин подарок». Это высокорослый гибрид, и его лучше выращивать в теплице. Плоды у него увесистые, слегка ребристые, где-то 200 грамм. Но чтобы получить такие отменные и вкусные красные плоды, формировать это растение нужно строго в один стебель. Следующий томат называется «Детская сладость». Какие сегодня у нас с тобой вкусные названия? Это суперранний томат, от сходов до уже получения урожая всего лишь пройдет 80 дней. Томат невысокий, 50-60 сантиметров его высота, плоды очень плотные, массой 100-120 грамм. Отлично подойдет для консервации. А самое главное, что такие томаты можно выращивать безрассадным способом. Да, для любителей. А я нашла самый-самый вкусный гибрид баклажана. И называется он икорный. Ну, понятно, что из него будет в заготовке самая вкусная икра. Плоды у него, в принципе, на вид, на цвет обычные, до 20 сантиметров, но растение высокое, свыше метра, поэтому выращивать его лучше в теплице. Огурец – маменькин любимчик. Это гибрид, а это значит, что он отлично будет справляться со всевозможными болезнями. Это партенокарпический гибрид, и в узле завязывается от 3 до 7 завязей, что, в общем-то, неплохо. Но у меня следующий огурчик, называется он домовой, это также гибрид, его можно выращивать в теплице. В узле, правда, будет несколько огурчиков поменьше, но зато плоды у него крупнее, где-то 12 сантиметров. Да, я забыл сказать, что этот гибрид размером всего лишь 10 сантиметров. То есть твой подойдет для засолки, да, маменькин любимчик, а мой больше подойдет для салатов. Ну что ж, и как всегда, напоминаем вам, чтобы вы, приходя в магазин, выбирали проверенные сорта и гибриды от известных производителей.